В рамках месяца, посвященного гражданской обороне, работники Щелковской пожарно-спасательной части 44 провели для учащихся общеобразовательной школы номер 2 экскурсию. Ребятам продемонстрировали специализированную технику, пояснили, как именно ей пользоваться, и рассказали, как проходит рабочий день у того, кто выбрал себе такую нелегкую и опасную профессию. Детально будет им показана боевая одежда пожарного, пожарно-техническое оборудование, гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Рассказана тактика, технические характеристики пожарных автомобилей, находящихся на вооружении пожарной части. Тактика, технические характеристики автолестниц, которых у нас находятся две штуки – АЛ-50 и АЛ-30. В ходе экскурсии школьники смогли пройтись по помещениям пожарной части и заглянули в диспетчерскую. Увиденное ребятам очень понравилось. Мне очень понравилась вот машина, в которой оборудование для пожаротушения. Очень интересно, много всего как бы есть, что точно как бы подготовленные люди. А мне больше всего понравилась одежда. Не знаю, прикольная. В части мы можем наблюдать вот такую вот новую пожарную машину. Она 2018 года, модифицирована и оснащена стволом высокого давления, который не рассчитан на крупные возгорания, но локальные пожары сможет потушить очень быстро. Также на мероприятии подросткам рассказали, по каким причинам возникают пожары, что необходимо делать в чрезвычайной ситуации и куда звонить, чтобы вызвать пожарных и спасателей. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.